не выше сказанного слова. Давайте делать паузы в словах. Давайте делать паузы в пути. Смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не обратили одной той неверною дорогой. Давайте делать паузы в пути. Давайте делать просто тишину. Я слишком любил собственные речи и самих не слышно никого, своих людей на самых близких встречах. Давайте делать просто тишину. Не заменят никогда свободу.